Здравствуйте всем! Привет всем! Сегодня 2023 год, 4 сентября, ребятки! И уже мы календарь вчера перевернули, а сегодня перевернули на 4 сентября. И Катюша, милая любимая, на мне пишет сигну на ютубе за донат за 1500 рублей. Пишите в комментариях, кто бы за какую сумму согласился на себе написать сигну и просидеть на всем стриме. Донат выполнен, покажи. Донат выполнен. А мужской нагрудник сделан для того, чтобы не стеснять тому, кому не нравится, что я хожу без футболки. Есть такая тема. Я Руслан Гительман, я часто хожу без футболки, но я в штанах. Покажи, я в штанах. Я в штанах. Я без футболки, я в штанах. Даже живот скрыт. Но что кому не нравится, я надеваю мужской нагрудник. Это мое изобретение. Я изобрел мужской нагрудник для того, чтобы скрывать мужскую грудь. Так, а брови брить? Брови брить через 10 минут. Выполнение доната. Написать сигну на груди Руслана Гительмана выполнено. Мы стримеры Хакасии. Мы блогеры Хакасии. Мы стримеры Абакана. Мы блогеры Абакана. Мы выполняем донат честно. Без косяков. Без лажи. Без лажи. Без лажи. Без косяков. Вот, ребят. И все, сигна написана. Мужской нагрудник, он... нужен для мужчин, для того, чтобы когда пришли гости или когда вы пришли в гости, и вам жарко. Без лажи ты показываешь на меня, Руся. Я говорю, что правильно, милая, без лажи, да, мы делаем. Без лажи делаем. Без лажи. Вот так, ты пару слов. Знаешь, я бы тоже, была бы я парнем, мужчина, я бы уже сбрила себе волосы, ну, реально, да. На голове и на голове. И брови бы уже себе сбрила, и усы бы себе нет, побрила. Какие усы у тебя усов-то пока нету? Ну есть, но ты их вообще, ты депилируешь. Ты депилируешь усы, да? Да, я сбриваю каждое утро усы себе. Да нет, депиляция, это этим. Полосочками. Потому что я только просыпаюсь, у меня уже пустые над губами. Как у меня. Ну. Да я не про это говорю. Приходится мне каждое утро бриться. Да я про другое. Я вообще про что сейчас говорю? Подожди. Так, дай сосредоточить. То, что мы стримеры Хакасии, мы видеоблогеры Абакана. Руслан, ты очень много говоришь. Что? Но мало делаешь. В смысле? А что делать? Ты сигну написала, тут только говорить остается. А брови донат. А брови следующее видео. А, смотри. Я делаю очень много. Я философствую. Так, ребятки, так, брови будем сбривать. Сейчас, подожди. Скажи пару слов. Ну, всем удачи, счастья, радости, балдежа, успехов. Да. Вот, ребятки, мы горды. Я песню спою. Мы горды. Вот подпевай. Мы гордые стримеры Хакасии. Мы гордые блогеры. Ну так 100% правильно. Тебе идет на грудник, Алексей написал. Мы гордые стримеры Хакасии. Мы гордые видеоблогеры Абакана. Мы... Ладно, всем пока, ребята. Мне нагрудник идет? Идет. Смотри, даже грудь не прыгает. Не прыгает грудь. Значит, у меня есть штаны, значит, есть мужской нагрудник, и ничто не видно у меня. Так что я балдежный парень, я крутой парень, я милый, хороший, добрый, прекрасный. Я такой, как мечтают все. Всем удачи, всем пока.